сегодняшний наш первый урок во всех классах будет «Доблестные заслуги российского народа». И я думаю, что каждый учитель, который сегодня войдет к вам на классный час, расскажет много интересного. Весь прошлый год мы тоже с вами работали очень интересно. Это был год 65-летия победы в Великой Отечественной войне. Завтра будет 65 лет, что закончилась мировая война. И 65 лет наш мир имеет, мировое наше сообщество существует без больших мировых войн. Я думаю, что это заслуга всего человечества, ни одного народа. Но огромный вклад российского народа в дело Великой Победы не оспаривают даже наши недруги. Я думаю, что мы, поколение следующее, вы, ребята, которые сегодня переступаете порог, мои первоклассники, вы, одиннадцатиклассники, которые заканчиваете школу, каждый из вас будет делать вклад в то, чтобы люди жили в совершенно другом мире. Для всех существовало только одно понятие – знание. Если под этим понятием знание человечности, сердце, большого человеческого сердца, объединится мир, тогда на свете не будет ни войн, ни голода, ни холода, ни нищеты, ни сиротства. Я думаю, что это самая большая задача, которая стоит перед учителями, воспитать то поколение, которое сможет изменить мир. Мы вас всех очень любим, здесь ждем. Хотим, чтобы вы были счастливы, чтобы ваши семьи, дорогие родители, чтобы вы были всегда здоровы, чтобы ваши дети не знали сиротства, чтобы в ваших домах всегда был мир и над нашим государством всегда, именно даже когда небо не солнечное, мы это солнце видим. Месяц-два тому назад мы ходили в детский сад. Много пели, много ели, очень вырасти хотели. Thank you.
нас сегодня первый урок «Великие победы российского народа». Я думаю, что это очень широкий спектр, потому что это здесь не об одном человеке говорить. Это и Дмитрий Донской, и Александр Невский. Это мы берем и Жукова в связи в рамках 65-летия. Это и Кирим Алиевич Керимов, имя которого носим мы. Это и великие космонавты, великие ученые. То есть огромный спектр. Так как Россия тоже многонациональная, то есть мы можем, как говорится, ребятам преподнести знания в области абсолютно всех предметов и открытий. И это здорово, они будут познавать. Я думаю, что это, например, я в своей школе, я думаю, что это не будет предметом одного урока, а это будет именно предметом того, что в течение года на классных часах будет изучаться, потому что мы должны знать о тех людях, которые оставили нам большие знания, оставили нам героизм, как говорится, впитали в нашу кровь быть героями. Быть героем – это же не дело одного дня, это процесс, который тоже воспитывается изначально жизнью. И на примере людей, которые отдали свои жизни во имя того, чтобы Россия на сегодняшний день была такой, какая она есть.